Sales will be unexpected really in this final. Just when you think you know how it's going to pan out in a particular frame, something happens. In the last one, a key moment to miscue, the Mercury and the Blues on 16. And what impressed me to this vital time. Never easy. Будьте внимательней на дороге. Начинаем движение. Поверните налево. Держитесь правее, затем поверните направо. Поверните направо. Двигайтесь прямо. Decided to go into them. We're ready, attempting. This is real pressure. I'm sure the referee is putting on the front because it's very expensive. I'm afraid it won't visit. Держитесь правее. Just completely blocked down is not more critical considering the way less last time to make the clearance and the rescue. Just to completely get around his name, concentrate on this one. And go back in front. Again.
quantifying the appearance that myself and maybe would have been disappointed to be showing that at this front. It's been positive. Couldn't afford a better frame, really. Держитесь левее. Держитесь левее. Держитесь левее. Держитесь левее. Держитесь левее. Well,
Держитесь левее. Держитесь левее. Держитесь левее. Держитесь правее. Поиск нового маршрута. Держитесь правее.
Держитесь левее. Держитесь левее. Держитесь правее. Держитесь левее. Thank you.
такой, к счастью, у меня тоже опыта не было, но уже ему грозят его военными делами, и в буквальном смысле говорящего открывает врата ада, потому что Дюнси сделал ужасные вещи. Во-первых, он сначала, с ужасной точки зрения власти, все его плотнейшие, не посмотрев на то, что его время собрано, и все абсолютно плакали, говорят, что замечательно было по событиям в Беслане, естественно, будя сразу обвинили в том, что это было с точки зрения террориста. Судите его за это, но потом этот ужасный вид вообще совершил кошмарную вещь. Он затем съезд справа. Он сказал, что он вообще зачем? Съезд справа. Когда в России в следующий раз будут выделить очередные прямо. И после фильма о Беслане, после этого видео, Дудь уже стал вторым двойным врагом, потому что, казалось бы, он сказал, вышел, сказал какие-то очевидные вещи. Но он прервал это молчание. Знаете, только эта огромная комната вот этих всех людей, премия GQ, которые, в принципе, думают одно и то же. Они понимают, что это беспредвестно, все это ужасно. Что, ну они все молчат, это не что, ну приходит человек на самом деле, ну а что молчите? Ну я же все говорю, и у меня все прекрасно. А вы точно можете это все говорить? И это производит эффект взорвавшейся бомбы, и Кремль панически боится, что вдруг, а завтра заведет, еще кто-то скажет, а потом еще кто-то скажет, а вот если вот эта вся шайка-лейка милых, ну, довольно трусливых людей со всяких премий GQ начнут что-то говорить, это вообще удержать будет невозможно, и вот уже Дудь действительно выглядит в глазах нашей власти неким порождением ада. Давайте посмотрим классно, как он сказал. Я не слаждался, я слышал, мы любили с Владимиром Соловьев, но это после бесланского фильма, давайте послушаем. Говорит о том, что он все время не послушал. Вот бы дегенерат. Вот лучше бы мы рекламировали хэдэншоглас. Кроме химических элементов Проктора и Гимма, ничего другого не обнаружил. А что спортивный журналист был бездарный, тебе полез другой, если просто гадит. 3 часа, и ни малейшего понимания о том, что, почему, вот это реально произошло. Вы посмотрите на эти лица. Вы посмотрите на эту плащеную нечисть. Вы посмотрите на этого борца с перхотью. Там же мозг включен. Кто это, в общем, мразь раскрученный хочет уже? Какие там деньги? Кто это все накручивает? Та самая либеростня пытается поднять у него. Они не понимают, что этим они открывают врата ада. Лощеная нечисть, не нечисть, а врата ада, либеростня. Спасибо, пожалуйста, Юрий Дудь, за то, что ты просто довел Владимира Владимировича до еще одного состояния экстаза. Нам очень приятно на это смотреть. Если
Если так парень будет неожиданно остановила, но тем будет все делать правильно. Спасибо вам большое. Все, что я сказал, вы уже видели, за конце недели, за снимки, все. Отлично, все тут важно. А вот по списку, где вы можете, где вы не пришли, там не было, где вы не пришли, а уже что-то не такое, но я вот не видел. Я сказал, мы будем нам Tales of unexpectedly in this one. I was thinking about that in a particular frame. Something happened in this one. The theme went into this frame, and left in the blue was just like a party. What impressed me is двигайтесь прямо. Amazing. So
Двигайтесь прямо. Двигайтесь прямо. To go into them. We're ready attending. This is real pressure. So if he's putting it on the cuts, which is very expensive. And I'm afraid that one visit. Just the group we get down is not more critical considering why he has the last one to take the clearance and all this feud. Just the group we get down is main first trend in this one. Go back in front. Again. Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Thank you.
he's doing well. Not much to that. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. So this best of 21.5 is effective now best of 6. Thank you.
Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Держитесь левее. Вычисление нового маршрута. Двигайтесь прямо. Ищу новый маршрут. Ох.
Расчет нового маршрута. Все готово. Приятной поездки. Приятной поездки. К счастью, у меня обысков никаких не было, но уже ему грозят уголовными делами, и в буквальном смысле говорят, что он открывает врата ада, потому что Дудь сделал ужасные вещи. Во-первых, он сначала, ужасно с точки зрения власти, он выпустил фильм, все его квальты, я еще не посмотрел, потому что просто у меня не было времени с выбором, но все абсолютно квальты говорят, что замечательный фильм по событиям в Беслане, и, естественно, Дудя сразу обвинили в том, что это, знаешь, с точки зрения террористов. За это, но потом этот ужасный Дудь вообще совершил кошмарную вещь. Он выступил на премии GQ, сказал, что он вообще зачем человек не должен говорить правду. Давайте посмотрим 45 секунд в мире. Вместе, когда в России в следующий раз будут метелить очередные поступки.
после фильма о Беслане и после этого видео Дудь уже стал вторым, двойным врагом, потому что, казалось бы, кто-то сказал, вышел сказать какие-то очевидные вещи. Но он прервал это молчание. Знаете, какая-то огромная комната вот этих всех людей, премия GQ, которые, в принципе-то, думают одно и то же. Они понимают, что это беспредел, что все это ужасно, что, ну, они все молчат и трусят. И вдруг выходит человек на сцену и говорит, ну, а чего молчите? Ну, я же это все говорю, и у меня все прекрасно. А вы точно можете это все говорить? И это производит эффект разорвавшейся бомбы, и Кремль панически боится, что вдруг, а завтра за Дудем еще кто-то скажет, а потом еще кто-то скажет. А вот если вот эта вся шайка-лейка милых, но довольно трусливых людей со всяких премий GQ начнут что-то говорить, то это вообще удержать будет невозможно. И вот уже Дудь действительно выглядит в глазах нашей власти неким порождением ада. Давайте посмотрим, классно про него сказал. Просто я наслаждался, когда слушал, это мой любимый Владимир Соловьев. Он это после бесланского фильма. Давайте послушаем. Дудь радостно говорит о том, что во всем виноват государство. Он может быть дегенерат. Вот лучше бы он рекламировал Head & Shoulders. В этой башке, кроме химических элементов Проктора и Гимбл, ничего другого не обнаружил. А что, спортивный журналист был бездарный, теперь полез в другой глаз, просто гадит по чуть-чуть. 3 часа, и ни малейшего понимания о том, что, почему и как реально произошло. Вы посмотрите на эти лица. Вы посмотрите на эту лощеную нечисть. Вы посмотрите на этого борца с перхотью. Там же носа переживает. Кто это, в общем, мразь раскручивает, уничтожит? Какие там деньги? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх. Они не понимают, что этим они открывают врата ада. Лощеная нечисть. Врата ада. Либерасня. Спасибо, пожалуйста, Юрий Дудь, за то, что ты просто довел Владимира Рудольфовича до еще одного состояния экстаза. Нам очень приятно на это смотреть. Если так бомбит Владимир Соловьев, значит, Дудь все делает правильно. Спасибо вам большое. Thank you.